Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке «Радио России Псков». Здравствуйте, у микрофона Светлана Васильева. Приветствую всех, кто встречает начало этого дня вместе с нами на стартовой площадке. Бесконтактный отъем денег – проблема, которая с удивительным постоянством возникает в нашем обществе снова и снова. Сейчас, в период пандемии, мошенники опять активизировались. Они находят новые способы заполучить, как всегда, чужие деньги обманным путем. Как обезопасить свои сбережения? Какие способы борьбы с такими преступлениями есть у сотрудников полиции? И что предпринимают для защиты банки, расскажем сегодня. Этим утром у нас в гостях заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Сергей Иванов. Сергей Васильевич, здравствуйте. Доброе утро. Спасибо, что пришли. И начальник отделения управления уголовного розыска МВД России по Псковской области, майор полиции Александр Полотовский. Александр Александрович, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот почти год назад мы встречались в этой же студии, в том же составе. Тогда был зафиксирован очередной всплеск активности мошенников, и вот опять. Злоумышленники снимают деньги с карт, а наши сограждане по-прежнему добровольно сообщают незнакомым людям персональные данные. Александр Александрович, первый вопрос к вам. В чем проблема, на ваш взгляд, и как вообще меняется ситуация, если меняется? Ну, проблема, вы сами озвучили, это резкий всплеск такого рода преступлений, значит, ну, обусловлено это тем, что, значит, ну, все это, как объяснить, наверное, преступность не стоит на месте, пользуется всеми благами технологий, которые выпускают, значит, ну, по сути, в принципе, прямо пропорционально, как развиваются технологии, точно так же эволюционируют и мошенники. Значит, связь дешевеет, звонить становится дешевле, используются различные виды связи, уже, так скажем, не сотовой подвижной связи, а интернет-телефонии, что дешевле, и открывает горизонты расстояний все больше и больше. Если раньше мы говорили о межрегиональной преступности, то теперь можно говорить уже о международной преступности. Но, казалось бы, есть, если можно так выразиться, отработанные схемы, которые работают, ну, на удивление, годами. Мы о них говорим, всех предупреждаем. Почему наши сограждане по-прежнему ведутся? Вот в чем проблема? Ведь вроде все знают, все понимают. Не говорить, не сообщать свои данные. Ну, я вам больше скажу. Не то чтобы совсем старые, ну, как скажем, не совсем старые, да, а общепринятые способы мошенничества. Вот, вот, например, как ваш сын попал в ДТП, да, необходимо. Неужели оно до сих пор работает? Да, что неудивительно, действительно это работает. В прошлом месяце сотрудники нашего подразделения, значит, осуществляли, значит, там, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина, вот, который, ну, так скажем, звонил гражданам в возрасте на городские телефоны, представлялся их сыном или внуком. Вот. И что самое интересное в этой ситуации, что деньги даже никто не переводил по карте, а просто приезжали таксисты. Даже так? Да. Но мне казалось, родные всегда знают хотя бы друг друга по телефону, по голосу. Неужели тут настолько важен эффект неожиданности, что они теряются? Вы понимаете, настолько грамотно построена речь, и, значит, так скажем, злоумышленник, он имитирует, значит, ну, так скажем, последствия ДТП на своем здоровье, то есть говорит, что у меня разбито лицо, разбиты губы, и меняет голос, естественно, человек в возрасте, так скажем, приблизительно думает, что это его ребенок. Ну, у нас вот несколько лет назад, когда этот способ был наиболее популярен, то есть это 4 года назад, доходило до того, что сын спит в соседней комнате, а мама деньги передает. Ужас какой-то. Тогда обращаюсь ко всем мамам. Прежде чем переводить или отправлять деньги, хотя бы в соседнюю комнату загляните, а лучше позвоните своим детям и уточните, что с ними происходит на самом деле. Итак, если говорить об индексе финансовой грамотности жителей Псковской области, так вот он находится на самой низкой отметке. Составляет всего 11,42 из 100 возможных. Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса вашифинансы.ру. Сергей Васильевич, вопрос к вам. Почему так? Мы что, слишком доверчивые, недалекие, ленивые, или же по привычке надеемся на тот самый русский авось?
На самом деле, да, у нас действительно существует такой показатель, как индекс финансовой грамотности, но это такой интегральный показатель, у которого есть некая своя методология. И буквально вот нельзя его воспринимать так, что жители, например, Псковской области, они гораздо менее финансово грамотны, чем жители других регионов. При расчете этого индекса учитывается некая, скажем так, инфраструктура. То есть могу сказать, что сейчас вот отделением по Псковской области Центрального банка совместно с администрацией нашего региона проводится работа по созданию координационного совета по финансовой грамотности. А следующим этапом вот этой работы будет создание региональной программы по повышению финансовой грамотности. И вот, например, вот эти мероприятия, которые создают некую инфраструктуру для того, чтобы программу повышения финансовой грамотности населения продвигать, они как раз-таки учитываются при расчете вот такого индекса. И, ну, в силу там объективных обстоятельств, да, поскольку до настоящего времени этого в нашем регионе не было, в том числе это вот влияет на достаточно относительно низкий уровень сейчас, который есть. Ну вот хорошо, что будут все-таки учить той самой финансовой грамотности. Возникает вопрос, кого учить и кто будет учить? Процесс каким образом будет организован или хотя бы на данном этапе планируется? Это очень широкая программа. Здесь участвуют и образовательные учреждения, и Банк России, и сообщество предпринимателей. Программы эти ориентированы на разные слои населения. Это школьники, это дети дошкольного возраста, это даже предприниматели, это люди старшего возраста. То есть это программа, она ориентирована на все возрастные группы людей. Ну вот, тем не менее, предлагаю сегодня рассмотреть варианты возможных финансовых мошенничеств и еще раз разъяснить нашим радиослушателям, как вести себя в той или иной ситуации. А вы, наши дорогие и уважаемые радиослушатели, присоединяйтесь к нашему разговору по телефону студии 62 80 30. Рассказывайте, с какими видами мошенничества сталкивались вы или ваши близкие, как выходили из сложившейся ситуации. Кроме того, вы можете задать вопрос нашим гостям. Напомню, у нас сегодня в гостях заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Сергей Иванов и начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области майор полиции Александр Полотовский. Ну вот, Александр, опять вопрос к вам. Если говорить о дне сегодняшнем, ситуацию с коронавирусом мошенники используют? Вот в больших городах, да, были варианты рассылки ложных СМС о нарушении геолокации, соответствующем наложении штрафа. В Псковской области что-нибудь подобное зафиксировано? Да, действительно, есть такой способ сейчас отъем денег у граждан, но в нашей области он менее популярен только по той простой причине, потому что у нас ограничения хоть и вводились, да, но не вводились никакие электронные пропуска, и, естественно, на, так скажем, технологичном уровне, так как, например, в столице, такого не было, поэтому у нас на данный момент зафиксировано всего два преступления совершенных под предлогом распространения новой коронавирусной инфекции. Значит, ну, надо сказать, что одно из преступлений – это распространение ложной информации о заболевших. То есть человек в социальных сетях разместил информацию о том, что, значит, в одном из учреждений, там, ну, так скажем, нельзя, наверное, некрасивое слово не буду говорить, значит, получило очень сильно большое распространение коронавирусной инфекции, и по данному факту сейчас проводится проверка. И также у нас поступали гражданам смс-сообщения о том, что в связи с новой коронавирусной инфекцией, значит, полагается выплата, вот, и под этим предлогом, ну, так скажем, один человек попался. Ну вот хочется узнать, какое наказание грозит вот за подобные деяния, вот за распространение ложной информации? Там, понимаете, там, так скажем, все зависит от тяжести последствий и до, скажем, того, когда будет уголовное дело в суд направлено. То есть ответственности этому человеку уже в любом случае не избежать? Совершенно верно. А если говорить об СМС, сказали второй случай, это все-таки СМС с таким содержанием? Нарушили самоизоляцию, геолокацию, нет? Или там было что-то? Нет, там был предлог, значит, под предлогом получения выплаты. Неожиданно, если честно. Вроде ничего не случилось, а тебе уже выплаты предлагают, да? Ну вот хочется уточнить,
этот вид мошенничества не популярен у нас, слава богу, но, тем не менее, наверняка есть самый распространенный на территории нашего региона. Что это? Я сейчас скажу, наверное, может быть, важную информацию и попрошу уважаемых слушателей услышать эту информацию, потому что действительно важно. В настоящий момент на территории города Пскова, как и на территории других регионов России, действительно существует очень-очень большой всплеск преступлений, значит, совершенных под видом звонков служб безопасности различных банков. Причем, честно сказать, банки уже не имеют значения. Если человек говорит, что у меня нет банковской карты того или иного банка, ему говорят, что мы сейчас переведем вас на специалиста по межбанковским операциям. То есть, я подробно расскажу, значит, гражданину поступает звонок с номера московского, визуально похожего. Александр, я вас немножко перебью. Сейчас хочу озвучить похожую историю и сделать акцент на том, что эта история с телефонным мошенничеством случилась с моей коллегой, как ни странно, продюсером телепрограммы «Дежурная часть» Ириной Алексеевой. Так вот, она стала участницей спектакля, который для нее разыграли телефонные мошенники. Предлагаю послушать, как это было у нее. Случилось рабочее время, мне позвонила очень милым голосом девушка, представилась менеджером банка одного известного и сказала, что на мое имя готова кредитная карта на 180 тысяч, которую я заказывала. Ну, карту в этом банке я не заказывала и вообще не заказывала никаких кредитных карт, на что я ей так и сказала, что, в общем-то, я никого ничего не заказывала. Меня спросили, какими банковскими услугами, каких банков я пользуюсь. Я честно ответила, какие банковские карты у меня есть. Какие вклады есть у меня в каких банках, на что мне было сказано, что подождите, вот сейчас, через некоторое время, мы сообщим службе безопасности вашего банка по поводу вот данного инцидента. Буквально через минуты 3-4 звонок, все это звонили с московских номеров 495, то есть это федеральные номера. Значит, молодой человек представляется мне сотрудником службы безопасности моего банка и говорит о том, что вот поступил звонок, и да, они вот сейчас проверили, и на мой счет действительно пытаются пробраться типа мошенники, и они даже высчитали IP-адрес в Самарской области и типа пытаются снять с меня деньги. Вот я вам честно скажу, я даже вот как человек, работающий на телевидении, как продюсер дежурной части, я реально повелась. Потому что дальше начался вот прямо конкретный развод из-за того, что как бы ты тревожишься уже за свои деньги, как бы, да, тебя начинает немножко волновать, и ты как бы с ним разговариваешь и веришь ему очень сильно. Он представился, сказал, как его зовут, сказал даже свой номер идентификационный, который там, видимо, есть у него на работе. И, значит, вот он мне сказал, что сейчас нужно обезопасить мои деньги, а для этого нужно заблокировать на некоторое время Сбербанк онлайн, и для этого нужно произвести несколько манипуляций с моей стороны. И предлагает мне на выбор несколько манипуляций, значит, при этом я должна назвать номер своей карточки. Да, перед этим он спрашивал, какие карточки у меня, значит, есть. Я ему все честно рассказала, даже не задумываясь вообще ни о чем. Но вот в тот момент, когда он сказал, что мне нужно назвать номер карты своей, я вдруг остановилась и спросила его. Говорю, я дико, конечно, извиняюсь, но у меня есть такое ощущение, что его мошенник, потому что банк вообще не должен спрашивать у меня вообще ни какие карты у меня есть, ни номер моей карты, ничего. Он тихо, абсолютно спокойно говорит, если вы не верите, если вы думаете, что вы мошенники, значит, вот меня зовут, я даже запомнила, Владислав Александрович, вот такой-то номер, вы можете проверить его, значит, что я действительно являюсь сотрудником банка по горячей линии. Ну, я ему говорю, да, хорошо, сейчас я проверю на горячую линию, позвоню. Нет, я вас сейчас сам на горячей линии соединю, говорит он мне. В общем-то, в этот момент я кладу трубку и понимаю, что я разговаривала абсолютно с мошенником. Я перезвонила на горячую линию уже своего банка непосредственно, девушка сообщила мне, что действительно здесь были мошенники. Пока я разговаривала с горячей линией своего банка собственного, мне поступило 6 звонков. То есть меня просто начали атаковать разных телефонных звонков, 495 разных номеров. То есть вот прямо реально вот такой вот прям конкретный развод. Я знаю, что последнее время это вот очень часто и ведутся абсолютно все. И вот я честно признаюсь, что чуть-чуть, и я бы тоже уже повелась. Стартовая площадка. Ну вот такая история, Александр Александрович, как прокомментируете? И что, Сергей Васильевич, скажете вы по поводу потерь банка в данной ситуации, ну хотя бы в качестве репутации, да? Ну, действительно, вот классический был вашей коллегой рассказан пример. На самом деле могут быть масса вариантов вот этой истории, но в основе всегда лежит одно. Это то, что мы сейчас называем методами социальной инженерии.
Ну, а также мы можем вспомнить бессмертные произведения Ильфа и Петрова, которые касаются того же мошенничества, да, и относительно 400... честных способов отъема денег честных... у населения, да, здесь, ну, самое главное о том, что действительно ключевое, что сотрудники банков никогда не звонят своим клиентам с просьбой выяснить какие-то персональные данные, но при этом мошенники используют такие приемы, когда они пытаются вызвать доверие. Они представляются сотрудниками банка, налоговой службы, каких-то официальных организаций, адвокатских контор. Они действительно звонят с номеров федеральных, либо номеров, похожих на номера банка. Поэтому современная интернет-телефония позволяет это делать. Они пытаются заманить нас каким-то условно выигрышем, пройти какой-то опрос, получить за это вознаграждение. При этом есть какие-то элементы, когда людей запугивают, не дают времени подумать. Самое главное в этой ситуации, да, оставаться спокойным, всегда для себя понимать, что банк никогда не потребует по телефону никаких персональных данных, и поэтому не нужно, соответственно, их разглашать по телефону. Лучше всего повесить трубочку, если есть какие-то сомнения, перезвонить в банк, а можно сходить и в офис. Александр Александрович, вот что скажете вы? Не кажется ли, что сценарий подобный становится все длиннее и длиннее? Раньше он ограничивался моментом, когда человек говорил: у меня нету, до свидания. Теперь вот после рассказа Ирины мне показалось, что это уже в какую-то Санта-Барбару превращается и может длиться даже не один день. Я немножко не закончила, я сейчас все вам объясню. Значит, тот случай, который написала ваша сотрудница, я уже сказал, что одним из наиболее популярных предлогов отъема денег это является мошенничество, когда гражданину звонят, представляется служба безопасности какого-либо банка, и под различными предлогами. Очень популярный предлог – это приостановление транзакции, то есть вам сообщают о том, что от вашего имени осуществляется перевод гражданину, вымышленному гражданину в другой регион. Делали ли вы такой перевод? Человек, гражданин говорит, что нет, то, естественно, ему пытаются защитить всякими способами его денежные средства. Вот этот способ, который назвала ваша коллега и который озвучил сейчас я, это является наиболее популярным способом совершения краж и мошенничеств денег, хранящихся на счетах граждан на территории всей России. Значит, почему высвечиваются номера 495, 499, как сказали, федеральные номера? И причем при каждом звонке они разные. Это потому, что злоумышленники используют анонимную услугу подмены номера. То есть гражданин видит на дисплее своего смартфона или телефона тот номер, который хочет увидеть, чтобы он видел злоумышленник. Потому что эти номера, как правило, вызывают доверие. Они иногда даже внешне схожи с номерами горячих служб банка. Вот. Такие случаи регистрируются в нашей области ежедневно и не по одному. Значит, так скажем, чтобы обезопасить конкретно, да, себя, вот представитель банка правильно сказал о том, что действительно даже у них внутреннее правило, у сотрудников банка, служба безопасности никогда не звонит своим клиентам. Если действительно что-то не так или какая-то ошибка, то всегда клиенту придет смс-оповещение с просьбой обратиться в банк. То есть никогда сотрудник банка не будет спрашивать ни логины, ни пароли, ни реквизиты банковских карт, ни трехзначную цифру, которая находится на банковской карте сзади, ну, тем более смс-пароль, который поступил гражданину телефон. Ну, я так понимаю, что эти люди действуют внезапно, заставая врасплох людей других, которые добропорядочные граждане, видимо, заняты своими какими-то делами и адекватно не могут среагировать. Вот на ваш взгляд, кто эти люди, которые сидят на том конце провода и какую подготовку они прошли? Откуда у них эти навыки, умения ввести в заблуждение даже тех, кто, казалось бы, подготовлен и должен на раз-два, что называется, сообразить и сказать спасибо, до свидания? Ну, я сейчас не буду называть в эфире, дабы не рекламировать ресурсы, где это все берется и откуда. Но вы же понимаете... То есть подготовку все-таки эти люди проходят? Совершенно верно. И, значит, по опыту правоохранительных органов у нас такой опыт, к сожалению, на данном этапе,
можно сказать, отсутствует. Ну, так скажем, не было таких громких больших задержаний в плане именно колл-центров, то есть сотрудниками других региональных подразделений, ну, более крупных городов. Значит, изобличались целые колл-центры, то есть вы представляете, там офис, в офисе сидит 10-15 человек, и с одного и того же IP-номера, это, то есть интернет-телефонии, обзванивают граждан, там идет очень большой массированный обзвон, и, ну, то есть вы понимаете, что они своих жертв не выбирают, у них просто есть имя, отчество, первая буква фамилии, вот, и принадлежность к банку. Ну, бывает такое, что не совпадает. И обзванивают граждан, есть четко заученный текст. И вот вы, если хотите проверить, что это не сотрудник банка. Вот что сделать, чтобы сразу понять на 100%, что это мошенник? Я скажу так, что вообще эти трубку просто не брать. Увидели номер 495-499. Думайте о том, что хорошего это вам ничего не сулит. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, откуда вы звоните? Кунинский район, деревня Жижица, Данилов Иван Петрович. Слушаем вас, Иван Петрович. Я хотел бы озвучить предложение для граждан. Ввиду того, что с этим мошенничеством сделать как бы мало чего можно, значит, к ними надо поступать, с мошенники, так же самое, как и они. То есть им всем отвечать: нет у меня карты. Понимаете? Нету. Просто заявлять о том, что карты нету, и все. А вы банковскими услугами пользуетесь, картами? Это дальше, теперь пользуюсь. Теперь дальше. Ну, ввиду того, что вот мы год назад проговорили, ничего не изменилось, только планируют учить людей. Так? Значит, люди должны от карт, от этих, отказаться. Только в экстренном случае имейте в виду тот, кто может и знает все. А те, которые не понимают ничего и очень доверчивые, ну и ходите свои мелочи в кармане-то. Чего вы там, чего вы... Какие деньги-то у вас? Мы услышали вас, Иван Петрович. Сергей Васильевич, что скажете? Вот есть такое предложение. Не умеешь — не пользуйся. Ну, предложение, на первый взгляд, не лишено смысла. На самом деле, наверное, это невозможно. Мы живем в современном мире, и технологии идут вперед. И как вот с коллегой, да, мы говорили о том, что даже если у тебя нет банковской карты, ты не застрахован от случаев мошенничества. Да, никуда не денутся кражи, ту же мелочь из кармана могут украсть. Или как вот мы говорили, когда мошенничество заканчивается даже не переводом денежных средств, а приезжает такси. Да? Поэтому, наверное, это все-таки не выход. Вот. Все-таки нужно, самое главное, помнить самые базовые правила. Банк никогда не звонит своим клиентам с просьбой сообщить какие-то персональные данные. В крайнем случае, да, вот я могу еще коллегу своего дополнить, что, наверное, если с точки зрения систем безопасности банка пойдут какие-то, скажем так, подозрительные операции, карта будет, скорее всего, заблокирована. И, соответственно, никто не будет из банка звонить и спрашивать о том, что за операция, а произойдет блокировка. Поэтому, ну, наверное, отказаться от современных средств платежа, ну, наверное, это не выход. Угу. Вот возникает вопрос. Люди, которые сталкиваются с мошенниками, звонят ли с претензиями в банке? Сразу ли они понимают? Или сначала, что называется, первый ушат на банк, который их обслуживает, а потом уже, подраздумав, в полицию? Ну, вы правильно сказали, значит, действительно, сначала человек после телефонного звонка, как правило, проходит 5-7 минут, человек понимает, что его обманули, потому что заходит в приложение, банковское приложение, смотрит, что денег у него на счету нет, ну вот он сначала идет с претензией в банк, а где ему уже, либо разъясняет, что он стал жертвой преступления, преступника, либо он уже сам, понимая, приходит в банк и спрашивает, что делать. Ну, нередко к нам обращаются, причем обращаются в различных формах, не только используя новые технологии, посредством социальной сети интернет. У нас есть сайт vd60.rf, где гражданин может оставить свое обращение. Вот, и оно будет точно так же рассматриваться, как будто он лично присутствовал. Угу. Ну вот опять про дистанцию и про возможности жить онлайн. Сейчас многие из нас делают покупки в интернете, расплачиваемся тоже виртуальными деньгами, иногда ждем курьера с товаром. Вот о каких мерах безопасности стоит помнить при онлайн-платежах, Сергей Васильевич?
Ну, наверное, здесь можно выделить таких два, наверное, самых ключевых момента. Первое, очень разумно открыть отдельную карту для совершения платежей онлайн. То есть это не та карта, на которую, допустим, приходит заработная плата, либо пенсия, ну, у кого как. То есть первое, это отдельная банковская карта. И второе, если мы говорим об интернет-платежах, онлайн-платежах, зачастую можно столкнуться с мошенничеством, когда мы попадаем на так называемые лжесайты, лжебанков, лжемагазинов. То есть мошенники внешне, визуально дублируют сайт какого-то интернет-магазина либо банка, но при этом та же адресная строка, она, адрес будет чуть-чуть отличаться. Поэтому нельзя переходить по ссылкам, которые приходят в электронную почту. Нужно пользоваться какими-то проверенными теми же интернет-магазинами, да, и желательно вот с отдельной карты, на которой сумма денег, скажем так, ну, минимально необходимая для этих покупок, с тем, чтобы себя обезопасить. Ну вот если уже сложилось, если уже, что называется, вляпался в такой нечестный интернет-магазин или банк, Александр Александрович, есть шанс вернуть деньги? Или это в паутине растворится навсегда? Не скажу так. На самом деле, как сказать, способы покупок бывают разные, используют социальные сети и сайты, значит, ну, вы понимаете, да, пользуясь сетью, все злоумышленники оставляют свой след, нет, ни в коем случае не стоит отчаиваться, надо обращаться в правоохранительные органы, вот, значит, и, в принципе, вполне возможно сдержать преступника. Ну вот сейчас еще одну ситуацию пишу. Расскажите, правда это или миф, и вообще возможно ли? В интернете есть информация о том, что якобы есть возможность красть деньги с помощью использования голоса владельца карты. Записывают голос по телефону и потом каким-то чудесным образом используют не по назначению, скажем так. Ну, я говорю о тех биометрических данных, которые ввели. Это возможно? Или один раз посмотрел в глазок, дотронулся пальцем, сказал «да», и ты уже обеспечил кого-то своими данными? Ну, все-таки, если мы говорим о биометрических данных, они на самом деле в достаточной степени являются защищенными. Теоретически, конечно же, возможно все. Но что касается, допустим, конкретных фактов каких-то, то на текущий момент, вот, например, у нас в отделении Банка России нет информации о том, что, например, на территории нашего региона такие мошенничества и имели место. Вот, возможно, мой коллега меня дополнит, если вдруг у них есть какая-то информация. Я подтвержу слова. У нас действительно таких преступлений не зафиксировано. Больше скажу, опять же, в эпоху новых технологий межрегиональное сотрудничество правоохранительных органов очень плотно налажено. И, значит, никто из моих коллег не жаловался на такие проблемы, не было фиксировано. Может быть, где-то и уже, ну, единично. Вот, но больше могу сказать. Единственное, что звонки гражданам иногда поступают. Причем поступают сразу, то есть вы поднимаете трубку с того же федерального номера, да, вот, и фраза звучит: «Здравствуйте, там, Александр Александрович, ответьте «да». Вот, то есть, прямо формулировка есть: «ответьте «да». Да, то есть, вот видите, сам ошибся. Значит, ни в коем случае нельзя называть и отвечать на телефонный звонок даже «да». Ну, можно ответить: «слушаю», «алло», да, и после того, как вам задали такой вопрос, просто положить трубку. Ну, на самом деле, вот по поводу «да», мне когда тоже звонит представитель моего банка с какими-то очередными там предложениями или вопросами, он тоже спрашивает, там: «Васильева Светлана Ивановна, я могу услышать? Что я могу ответить? Кроме «да»?» «Я». «Я». Угу. Но у меня такое подозрение, что в этот момент я общаюсь не с живым человеком, а с какой-то автоматизированной системой, думаю, а поймет ли она меня? А с другой стороны, думаю, а если это не система, а нехороший человек, то думаю, он точно меня поймет. Поэтому здесь как-то надо тоже выбирать правильные слова. Все-таки лучше говорить «я», да? Совершенно верно. Больше я вам скажу. И только я. Я изначально сказал: видите номер 495, 491, просто не берите трубку. Здесь еще, наверное, можно добавить, что, ну, скажем, я, например, проходил процедуру передачи банку биометрических данных, и все-таки, скажем так, образец голоса – это не фраза «да». Это достаточно такая длительная процедура, то есть нужно там проговорить последовательность цифр, поэтому, ну, все-таки вот возвращаясь к началу вопроса, ну, наверное, это все-таки не так просто сделать.
То вот, есть двух букв недостаточно? Все-таки да. Ну вот опять же, к технологиям к современным и к использованию мобильных приложений. Понятно, что пользуемся, насколько они защищены и какие риски могут быть в мобильных приложениях. И сталкиваемся ли мы уже с проблемами в этой связи? Сталкиваемся мы с этой проблемой. Ну, я не буду говорить, по чьей вине. Больше, конечно, то же самое по невнимательности граждан, которые сообщают, опять же, реквизиты, да, и коды, поступающие по СМС. Вообще, банковские приложения, насколько я знаю, и мы разбирались в этом вопросе, и вот во взаимодействии, значит, с безопасностью различных банков, они очень хорошо защищены, и у них хороший фаервол, и зачастую, если у вас стоит банковское приложение в телефоне, в смартфоне, например, на операционной системе Android, то вы можете быть уверены, что вирусов в вашем телефоне нет, потому что даже, так скажем, если вы имеете просто файл, который смартфон подразумевает как вирус, это приложение вам смартфон не установится. Этим приложением можно пользоваться, нужно пользоваться. Единственное, опять же, никогда не сообщать никому ни логины, ни пароли, ни реквизиты банковских карт и коды, поступающие по СМС, потому что при помощи только вот этих реквизитов можно получить доступ к персональным данным и личному кабинету. Ну что ж, у нас остается не так много времени, тем не менее, еще хочется ряд вопросов обсудить. Дорогие наши слушатели, у вас тоже еще есть возможность присоединиться к нашему разговору. Звоните, рассказывайте, с какими проблемами и мошенниками сталкиваетесь вы, ваши близкие, как выходите из сложившейся ситуации. Ну и, конечно, задавайте вопросы нашим гостям. Это заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Сергей Иванов и начальник отделения управления уголовного розыска МВД России по Псковской области майор полиции Александр Полотовский. Так вот, еще один вариант мошенничества, о котором нам рассказал наш радиослушатель Владимир. Ему по телефону неизвестные люди предлагали заработать на бирже. Предлагаю послушать его аудиосообщение. Развод начинается с простого. Вы знаете про торговлю на бирже что-нибудь? Как, совсем не знаете? А я сейчас вам расскажу. В общем, как вы можете заработать, ничего не делая, 15% в неделю. Далее идет красивый треп и замануха, мол, вам повезло, что закрытая площадка расширяет штат сотрудников и бла-бла-бла и тому подобное. В общем, сказка о быстром богатстве работает как, ну, магическое заклинание. Чтобы попасть в закрытый клуб, надо, ну, хотя бы иметь представление о таких торгах, быть самому торгашом, ну, и иметь вступительный взнос, там, что-то около 300 тысяч долларов, если я правильно помню. Понятно, что в закрытом клубе идет вся договорная прибыль, а в открытом клубе идет очищение карманов на совершенно честном уровне. Под соусом вложите еще сколько-то денег, и вам точно повезет. Так люди сливают миллионы, влезают в долги и кредиты. Оплата за жадность и глупость. Ну а кто-то просто сливает 5-10 тысяч и понимает, что лучше остановиться, ну, если уже влез. В общем, я не стал связываться и отказал. А что происходит, когда ты не хочешь влезать в эту ерунду? Что тебе говорит по телефону продавец счастья для мамонтов? Хотим предложить вам уникальное предложение, бла-бла-бла, торговля на бирже. Знаете что-нибудь об этом? Да, знаю, поэтому не надо. Как, вам не нужны деньги? Именно потому, что нужны и не надо. Я очень люблю свои деньги. Но они пытались звонить с разных телефонов, но трубку я уже не брал. Ну вот, а как прокомментируете такую историю и насколько она вообще характерна для нашего региона? Ну, это действительно один из способов очередной отъема денег у населения. Если мы говорим конкретно о биржевой торговле, то здесь, наверное, ну, может быть, люди там чуть постаршего поколения вспомнят историю МММ, да, которая была в свое время очень резонансной. То есть, если мы говорим о бирже, то здесь прежде всего нужно понимать, что, да, существует возможность работать на рынке ценных бумаг, делать это в том числе с использованием дистанционных каналов, но при этом нужно отдавать отчет, что для этой работы нужны, в общем-то, специальные знания. Достаточно узкие и достаточно профессиональные. Но достаточно много рекламы есть, которая убеждает нас в обратном. Да что вы приходите, мы сейчас вам... Вот, все у вас будет, и
там буквально месячное обучение, ну, и вы король биржи. При этом нужно, ну, все-таки нужно для себя помнить и отдавать себе отчет в том, что невозможно заработать, ничего не делая, просто так. Да, и вот в данном случае мы сталкиваемся, опять же, когда мошенники вызывают, так сказать, к чувству там наживы, да, вот, mm-hmm. граждан. Поэтому, конечно, вот такого рода предложения нужно отвергать. А вообще, в принципе, технически возможно, чтобы представитель биржи или кто-то звонил незнакомому человеку и предлагал ему заработать? Такая схема вообще существует, или это сразу на берегу понятно, что это мошенники? Это сразу понятно, что это мошенники, потому что, ну, все-таки у нас существует, например, законодательство о там, противодействии и легализации преступных доходов. И на самом деле, когда мы говорим об открытии счета в банке, об открытии там, какого-то инвестиционного счета в какой-то там компании, которая занимается на рынке ценных бумаг, ну, как минимум, нужно личное присутствие и паспорт гражданина. Да, поэтому, если мне предлагают открыть счет и где-то начать работать просто по телефону, то однозначно это мошенники. Угу. Ну вот еще одна новая схема, которую теперь мошенники применяют к пожилым людям. Но вот в качестве своей цели находят граждан, которые верят обещаниям получить, опять же, дополнительную прибавку к выплатам путем купли-продажи ценных бумаг. Александр Александрович, есть ли что-нибудь подобное? В нашей области такие случаи не фиксировались. И вот если говорить о биржевой торговле, да, действительно, у нас такие обращения были. А вот последний способ, который вы назвали, у нас такие случаи не фиксировались. А с биржами что у нас? Много пострадавших, кто повелся? Нет, на самом деле немного. 1, 2, 3 человека. Вот. Ну, там вот у нас на примере, например, Великих Луг женщине, опять же, так скажем, использовали внешне похожий сайт, то есть используются все методы вот именно ввода в заблуждение гражданина, то есть использовали довольно брендовый сайт, на который осуществляет биржевую торговлю, то есть копию его, потом скинули небольшое приложение человеку, который у себя поставил его на компьютере, и ему показывали, как растут его доходы, и в момент, когда человек увидел, что вот вроде бы мне денег достаточно, вот, он решил деньги обналичить, и тут начались проблемы. То есть, я так понимаю, обналичить ничего ему не удалось, да? Естественно. Сергей Васильевич, скажите, правда ли, что сейчас под прицелом телефонных мошенников оказались не только доверчивые пенсионеры, но и не менее доверчивые дети? Вот, что, казалось бы, с них-то взять? Да, на самом деле, действительно, это вот есть такая проблема. Но ни для кого не секрет, что, ну, дети у нас, они тоже имеют какие-то карманные деньги. Они имеют, например, карты, которые могут быть привязаны к картам родителей, либо с возраста 14 лет они могут иметь свои собственные карты. И в отношении детей также проводятся такого же рода мошеннические схемы. Они связаны, например, с тем, что там дети играют в компьютерные игры. Они покупают онлайн какие-то игры, они могут стать объектом, когда у них выманивают деньги за какие-то там коды к играм. Ну, вот такие вот вещи, то есть это, ну, есть некая специфика именно, то есть это те же методы социальной инженерии, на которые ориентированы на детей и подростков. Хорошо, что в данной ситуации делать родителям, чтобы обезопасить и детей, и сбережения? В данном случае, ну, методы здесь, в общем-то, стандартные, да, то есть детей нужно тоже об этом предупреждать, им нужно рассказывать. И опять-таки, да, мы возвращаемся к вопросу финансовой грамотности, тем программам, которые вот в отношении детей школьников и дошкольного возраста проводятся. Ну и кроме того, нужно, ну, прежде всего им рассказывать о тех опасностях, которые их могут подстерегать с использованием там той же банковской карты. Ну и каким-то образом, скажем так, следить за теми деньгами, которые мы даем нашим детям, за тем, как они их используют на картах, устанавливают лимиты. Ну, вот, на ваш взгляд, в каком возрасте стоит завести ребенку банковскую карту? Когда он уже, что называется, может оценить, что стоит делать, что не стоит делать? Потому что некоторые, особенно молодые родители, сейчас торопятся, ему буквально 7 лет, первоклашка, на тебе карту, все, на самообеспечение. Ну, здесь, наверное, дети у нас у всех разные, но могу сказать свой личный пример своему собственному сыну. У него есть банковская карта, открытая на его имя. Он ее получил в 14 лет, как только он получил это право ее получить по закону. Вместе с паспортом, я так понимаю. Да. Ну что ж, я думаю, это хорошее дополнение к паспорту и очень приятное.
А у нас остается совсем немножечко времени. И сейчас хотелось бы озвучить результаты опроса, который мы накануне разместили в соцсети ВКонтакте. Предложили несколько вариантов ответов, а вопрос сформулировали следующим образом. Как вы защищаете свои сбережения от мошенников? Вот подытоживая все то, о чем мы сегодня с вами говорили, какие результаты мы получили сегодня к утру? Почти 18% выбрали вариант «не делаю покупки через интернет». Вот тот самый. Это самый непопулярный вариант ответа. На втором месте почти 30% выбрали вариант, чтобы не нарваться на телефонных мошенников, не беру трубку, если звонок поступает с незнакомого номера. Вот то, о чем мы тоже сегодня говорили. И, как ни странно, самый популярный, более 52% вариант, никому не сообщая свои персональные данные и банковские реквизиты. Но вот даже не знаю, что после этого сказать. Несмотря на такой высокий процент, все равно люди продолжают расставаться своими деньгами. Остается буквально пару минут. Каждому из вас предоставляю слово. Обратитесь к нашим радиослушателям еще раз с утра пораньше. Ну, мне хотелось бы, наверное, высказать некое пожелание. Вот замечательная вот эта цифра, 52% наших респондентов, которые вот именно таким образом пытаются уберечься от мошенничества. Хочется надеяться, что 52% увеличится куда-то ближе к 100. Александр Александрович? Я подкреплю, наверное, эти слова. Действительно, самый популярный ответ, он самый правильный, но действительно прискорбно осознавать, что люди, хоть и на опросах это говорят, но когда их допрашивают в качестве потерпевших, и им всем задают вопрос, а вы знали о таком способе мошенничества? Гражданин говорит, да, я знал, но думал, что со мной такого не случится. Поэтому, граждане, будьте бдительны. Вам звонят мошенники, запомните, никогда никому не сообщайте персональные данные, коды банковских карт и пароли, поступающие по СМС. Это очень важно. Ну что ж, спасибо нашим собеседникам сегодняшним. Напомню, в гостях у нас были заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка России Сергей Иванов и начальник отделения управления уголовного розыска МВД России по Псковской области майор полиции Александр Полотовский. Всем доброго утра, хорошего дня, берегите себя, свои деньги и повышайте финансовую грамотность.